Рад видеть. Мы слышали о подвигах в роще. Он всем вокруг рассказывает, как ты восходила с ним. Как у вас двоих дела? Пента наконец-то получает свои отметины. А Рокко пришел поддержать. Это честь для меня, увидеть, как ты вопишь от боли. Я рада, что ты получишь заслуженное признание. Спасибо, Элой. Всем привет, ребяточки, доброчка, доброго дня, доброго вечера, приветствую на канале Logan Play. Мы с вами продолжаем прохождение игры Горизонт Запретный Запад. Ну что у нас тут? А у нас тут следующее. Мы хотим сегодня пройти доп-миссия, да? Какая она у нас? В поисках ответов уровень 25, ну в принципе нам соответствует. Поговорите с Таланой в лагере Озера. Значит, где-то там у нас Талана. Так, кто тут есть? Кабанчики есть. Тут всякие эти... Как их называются? Ящерицы. Ага. Ух ты. А, ну это видно, туда нам и надо, да? Там еще, кстати, какой-то вопросик, вон, смотрите, восклицательный. Да, тут, смотрите, всяких приколов дофига. Говорят, спасительница ездит на длинношее. На длинношее, ну типа того, да, езжу. Я не против О, здорово, ты что, расскажешь мне что-то, да? Кажется, у нас гость. Давай, этот будет нам всякие приколы рассказывать, понял? Мне кажется, тебе не стоит слишком углубляться в кусты. Особенно на юго-запад. Ой, почему? Один из наших разведчиков встретил там злых тенакт. Из тех, что приручают машину. Он едва сумел от них сбежать. Спасибо, что рассказал. Там есть какой-то мятежный лагерь. Схватка без. Похоже, мятежники, как всегда, дружелюбны. Но что они делают так глубоко в пустыне? Да, фиг его знает. Так, что тут у нас? Хранилище. В принципе, мне ничего и не надо, да? Все у меня есть. Так. Почему-то нельзя здесь сохраниться, не знаю. Но вот. Эй, смотри, куда идешь. Ох ты, ох ты. Я уже видела наездников на машинах. Они устроили что-то вроде гонок. Не знаю. А, да, я там был, да. Так, вот и Талана. Привет. Талана, ты добралась. Угу. Все благодаря тайному проходу от лагеря. Удобно. Тайный проход? Говорите о таком потише. Или к вам в гости пожалуют много озерам. А ты кто? Это Рагурт. Он разведчик каравана. Говорит, Амадис был тут. Присоединился к походу прямо перед тем, как мы пошли через туннель. Когда мы разбили тут лагерь... Я немного разведал местность и преподнес Тенакт знаки доброй воли, чтобы нас пускали на их земли. Амадис просил меня поспрашивать о месте под названием Гниль. И что ты выяснил? В основном это тюрьма, в которой Тенакт держит пленников. Далеко на западе, рядом с колючей топью, столицей долинников. И вскоре он отправился на поиски. Что, один? Я пытался его остановить. Но он прямо уперся. Ну, естественно. Угу. Что случилось, когда вы были в туннеле? Ничего. Мы разделились на два отряда перед проходом. Все, кто здесь, были в первом отряде. И не считая непроглядной тьмы, все было... спокойно. Судьба второго отряда нас миновала. Слава стальным искрам. Это был камнегрыз. Пронесся через караван. Угу. Я его уже видел. Вот же ж гниль с одной бочки. Иди расскажи об этом Боргуфу. Он должен узнать лично. Окей. Амадис говорил что-нибудь? Зачем ему эта гниль? Кажется, нет. Он был неразговорчив. Похоже на него. Он нормально держался? Более-менее. Он был потрясен, когда узнал, что туннель за нами обрушился. Но по правде... Все мы тут были в шоке. Окей. Значит, ты разведчик? Расскажешь об этих землях? С чего начать?
К югу отсюда трое озерам пытаются найти сокровища в песках руин. Тоже из ваших? Они были первыми, мы следом за ними. Но есть еще ребята, которые ушли от нас, как только мы перебрались через туннель. Искатели мусора и приключений. Всякий подобный сброд. Сколько же вас сюда отправилось? Устанешь считать, это уж точно. Еще я заметил несколько мятежников. Похоже, они патрулировали пустыню. В палящем копье Тенакт рассказывали, что у них поднялся мятеж. Это столица клана пустынников. На севере. Похоже, ты неплохо узнал местность. Это мой хлеб. Спасибо, Роберт. Ты нам помог. Найдите парня. Ладно, я в колючую топь. Встретимся. Подожди. Что? Ты так легко решила отправиться в самую глубь земель Тенакт? За этим парнем? Конечно, он совсем один на запретном западе. Я беспокоюсь. Сдается мне, это не все. Встретимся у столицы клана Долинников. Но там ты расскажешь мне, кто такой этот Аманис. Ладно, буду ждать к северу от деревни. Два варианта. Брат, любовник. Ого. Так, найдите Талану. Он еще сказал с кем-то поговорить. Я думала, не увидимся. Ты потерялся? Ага. Вот. Искры стали. Ты же изумруд в куче хлама. Что-что? Молот мне в жерло. Ты же она. Та самая Нора. Да? Это ты, спасительница. Окей, самый нужный это момент. Я. Боргов трофейщик. Главный собиратель и глава службы находки и доставки ценностей Боргофа. И от чего я тебя тут спасаю? От смерти и отчаяния, огнежарая моя. Видишь ли, мои поиски зашли в небольшой тупичок. Здесь неподалеку есть туннель. Проход предтеч. Потерянный и найденный. Я с половиной отряда пошел первым, остальные должны были последовать за нами. Но через пару дней добрался один из них. Трясся, как жаба в ледяной воде. Все, что от него узнали, смерть и тьма гнались за ним, пока туннель рушился. Умер, так и не сомкнув глаз. Я знаю, что случилось. Камнегрыз напал на твоих ребят в каньоне из засады. Никто не выжил. Давай потише. Ладно? Ребята уже и так перепуганы. Они отказываются продолжать поиски трофеев, пока выход не будет очищен. Ты потерял половину команды и волнуешься о трофеях? Эта жертва не должна быть напрасной, так? И к тому же, раз с нами ты, может, мы наконец оставим эти пески. Помоги мне наладить проход по туннелю, и я поделюсь прибылью. Что скажешь? А я уже его расчистил. Этот лагерь, твой полевой штаб? Какой еще штаб? Мы хотели двинуться дальше на юг, как только остальные нас догонят. Трофеи лежат прямо за теми дюнами. Но ребята отказываются работать, пока туннель не будет восстановлен. Даже дали этому месту название. Нигдешный лагерь. Издеваются надо мной. Ага, похоже на то. Откуда ты узнал про потайной туннель? Мастерство копателя помогло. Хороший собиратель всегда чует богатые залежи. Ну ладно. Мне рассказали о трех озерам, которые знают путь в обход кровожадных Тенакт. Ну и про богатый трофеями Запад. И тогда я нанял кое-кого, кто неплохо умеет вынюхивать и следить за людьми. Шпиона? Знаешь, если слухи не врут, там хватит трофеев на дюжину походов. Но кому-то нужно быть первым. Разбить лагерь, проложить надежный маршрут для припасов, охранять раскопки от машин. Похоже, озера мы из песка сделают осколки. Именно. Может, объяснишь мне, почему та кучка озерам пыталась содрать детали с длинношея? Да ты что? Значит, нетронутым богатством пустыни они предпочли какого-то длинношея? Ха, похоже, ума у них маловато. А разве они не из твоей команды? И я так думал. Но не успели мы оказаться у туннеля, как они отделились от нас. Выходит, они пошли вместе с нами, чтобы узнать, где туннель. И эту тайну они унесли с собой в могилу. Их перебили машины. Ха! Получили по заслугам. Будут знать, как приставать к старому доброму длинношею. Что знаешь об этом районе? Ну, к северу отсюда проживают злобные Тенакт. Поговаривают, они пьют кровь вместо воды. Так они выживают в пустыне. А к югу там есть все. Смерть,
песок и трофеи. Представь себе огромное кладбище предтеч. Руины искореженного металла в песках. Их охраняют машины. Такие свирепые, что ты бы предпочла, чтобы коршуны унесли тебя в своих когтях. Даже Тенак не решаются бродить по тем руинам. Лишь самые храбрые путники. Вроде тебя? Конечно. Вроде того. Я такой замолчал. Ну, Поргу, в тебе повезло. Я уже зачистила туннель. Гнев и пламя, вот это да! А ты случайно не подобрала там небольшой сундучок? Его вырезала моя матушка. Второй отряд должен был притащить остатки припасов и имущества, но... Такова жизнь собирателя. Да, вот он. Искорка ты моя! Есть что-то, чего ты не можешь? Фига себе, где она его носила с собой. Вот, твоя доля, как обещал. Раз угроз больше нет, я займусь расчисткой и укреплением. Потом вызову другую команду и приведу эту экспедицию в порядок. Ха! Вперед за трофеями! Расчистка завершено. Побочное задание. Ну вот, видите. Оказывается, называется расчистка, побочное задание. Ха. Понял. Достигли 31 уровня. Ну, ладушки. Ох, еп. А это как она представляет? Это мне тут это... Талана-то представляет, как это там? Хочет там увидеться, да? Охренеть. Ну, я так хочу сказать, ребятки, я, видимо, данную миссию продолжу в следующий раз, потому что мне тут еще нужно все изучить, чтобы, как бы, ну, пройти, потому что я, ну, не смогу, я тут, у меня вся зона закрыта. Так что пойду я чем-нибудь другим займусь пока. А мы с вами увидимся в следующей серии. Покеда, мои дорогие. До свидос.